Я школу кончила на тройке и провалилась в институт. Вокруг гремят большие стройки, сказали мне, они вас ждут. Вас ждут колхозы и заводы, вас ждут плотины и сады, вас ждут масштабные заботы и ждут великие труды. Пути, богатые свершениями, и покорение тайги. А мне хотелось веер с перьями и две бриллиантовых серьги, и платье белое и длинное, и жемчуга попадалу, чтоб тихо охнула гостиная и оболтели на полу. Чтоб никого не замечая кинуть небрежно всем подряд и зябко поводить плечами в ответ на пепелящий взгляд, влюбленным графом забавляться и письма рвать напополам и благодарно улыбаться венецианским зеркалам. То вдруг задумчивой казаться и молчаливой, то опять чему-то весело смеяться, над чем-то громко хохотать и танцевать с Людовиком XV или XVI, закрыть глаза, уснуть, проснуться и остаться.